Иван Андреевич. И насчет оптимизма. Встречаются двое, один веселый, довольный, второй злой, хмурый. Говорит, ну что ты все время довольный? Говорит, слона купил. Ну и что? Детей катает, на стройке мне помогает. В общем, одна идиллия, все радуются. Он говорит, продай слона. Ну, сторговались, через месяц встречаются, это опять злой. Что ты злой? Да ну тебя к черту. Слон все вытоптал, заборы завалил, соседей перепугал, со всеми сужусь. Он говорит, слышь, мужик, с таким настроением ты слона никогда не продашь.